Мы получаем ваши вопросы и продолжаем на них отвечать. Здравствуйте, мой муж военный, у него отпуск 60 суток и еще 14. У меня на работе 52 дня. В каких случаях я могу взять отпуск без сохранения заработной платы? Уважаемая Алина, вы, собственно, как и все граждане, имеете право на отпуск без сохранения заработной платы по согласованию с работодателем. Но в вашем случае, в связи с тем, что ваш супруг является военным, работодатель обязан вам предоставить отпуск без сохранения заработной платы по вашему заявлению на количество дней не более 14. Также считаю необходимым добавить, что аналогичное право имеют родители, жены и мужья, не только военнослужащих, но также сотрудников уголовно-исполнительной системы и лиц, погибших вследствие контузии, увечья или ранения при исполнении обязанностей военной службы. Ваши вопросы вы можете присылать на адрес электронной почты нашего телеканала и социальные сети. Будем рады вам помочь.